Всем доброе время суток. Наконец-то есть желание, есть возможность заниматься этой машиной, потому что мы с Поттер уже доделали, доделали, пока он в бок убрался. Крышки нету, стекла нету, но я пошел у маляров, у них была такая ударенная крышка, по крайней мере. Она вся нормальная по зазорам, там единственное подлом есть и посередине ямка, но все конты, все нормально, поэтому сейчас я ее помыл, она была грязная, сейчас мы ее поставим. Значит так, я взял гидравлику, у нас длина здесь 1,5 сантиметра разница, здесь меньше, надо туда давануть крышу. Я взял тонкую, 4-тонную гидравлику, сразу покажу, какая она конченная. Не, ну я это знаю, и вы должны это знать. Вот смотрите, если одеть длинную трубу на трубу, то невозможно сделать, чтобы оно ровно было. Вот видно, да? Вот сейчас стык вниз ушел. А если вот так вот поднять, то стык вверх ушел. То есть у нее вот эти кончики очень плохие. Поэтому токаря сегодня нету. Токарь будет, наверное, понедельник. Надо ему все отнести все трубы. И пусть все трубы зажмет станок и немножко поцарцует края. Хотя я смотрю, здесь край точеный. И здесь точеный. Здесь были наплывы краски, я почищал. Но можно отнести все-таки токарю, пусть он зажмет и немножко торцанет тут миллиметр. И тут миллиметр выведет плоскость. Значит так, маленькая наша 4-тонная гидравлика. Вот сюда упираем. Вот сюда убираем резиновой штукой, ну и пробуем давить. И все, одно движение. Когда я накачивал гидравликой, смотрелся зеркалом, блин, оно так относительно того отверстия на усилителе, там на усилителе крыша есть отверстие, оно так относительно отверстия гуляло, то есть крыша и шла, а стекло его держало. Но не пришлось упирать, хотел попробовать, думаю, сейчас если не выломаю с первого раза, тогда да, уж надо упереть еще туда гидравлику. Нет, все класс. Сейчас диагональ, здесь на 2 мм больше. Вот такое совпадение так получилось. На этом останавливаемся, этого вполне достаточно хватает. Блин, там дверь, да? Но если стрелять передний и задний усилитель, то оно полностью ровно. Единственное, что мы сейчас нивелиром не сможем померить, потому что машина выставлена не по нивелиру, машина просто зажата на стапель ради того, чтобы тянуть можно было удобно. Есть. Теперь надо нам накинуть крышку. В общем, крышка лежала на чердаке у человека. Там, где вода на нее текла. И, короче, она была все время мокрая, а потом пыльная. Здесь такой слой грязи был. Ну, мы посмотрели, ну, нормальная крышка. Посмотрели только одно пятнышко и весь кант. Если он должен идти радиусом, весь, то он у нас и шел как-то вообще не радиусом, наоборот, он прямой такой был, весь этот кант. То есть, когда я сейчас поставил, я закрыл, то у меня здесь, если нормально, то здесь уже фонарь торчит на сантиметр, а здесь оно все вообще упирается. Поэтому примерно кувалда отбил, примерно радиус кувалда сделал, хотя все равно вот еще провал, крышку надо отдать, поэтому ее рихтовать не надо. Этот провал нам не влияет, ни на что не влияет. Ага, и крышка была сломана в одном вот месте. Здесь такая гуля была. Просто я когда смотрел, я не видел этого. Она очень грязная была.
Ну, как бы, я, может, и не брал бы, да хотя я бы тогда гулял бы сегодня целый день. Крышки все равно сегодня не будут другой. И здесь была складка большая, и тоже залом был. Здесь кувалдой отбил, здесь натянул, просадил, натянул, просадил. В принципе, этого нам хватит. Все равно крышка другая будет. Значит так, закрываем. Ну, зазор, в принципе, ровный. Ага. Изначально этот зазор нужно сделать ровный. Он был у меня ровный, потому что я на это очень обращал внимание. Потом, если здесь чуть не угадаешь, когда резинку поставят, стекло поставят, резинка черная, крышка светлая, очень видно эту щель. Поэтому я этой щели уделял особое внимание. Это все ровно. Зазор, хороший зазор. Все класс. Немного вот, но все равно вот видно торчок, излом. Здесь крышка, если заподлицо сделать, крышка немного ныряет. Это не трогаем, это нормально. Нам так, для зазоров хотя бы взять ее, повыставлять. Есть. С этой стороны у нас ситуация вот такая. Если вот зазор еще пытается нарисоваться, ну он есть, просто надо сейчас крышку ниже посадить, она в крыло уперлась, то здесь ничего нету. То есть надо это все отбить. Ну понятно, он как-то так завернул. Поэтому снимаю фонарь. И любимая кувалда. Любимая кувалда. Любая доска. Да отбиваем нафиг. Делаем зазор. Планы поменялись. Я увидел, что фонарь разбитый. Если фонарь разбитый, то если мы его дальше немножко добьем, нам за это ничего не будет. Его все равно на нем все стекло меняют. Поэтому не снимаем. Берем кувалду и бьем. Хоть сейчас зови Русика, пусть несет 2-килограммовую банку стекловолокна, да начинает уже валить. Там прикрыто. Ага, крышка еще пропеллером была, поэтому вытянул. Зазоры примерно одинаковые. Вот такой хороший. Вот такой хороший. Вот здесь вроде бы немного больше, в самом углу. Ну вот пока не знаю. Тут такой вот... тут сломало. Здесь такой идет, ну, плавный угол. А здесь такой он острей. Как бы взять вот так с поттером чуть-чуть место это и продергать. Ну все, примерно зазор одинаковый. Только мне кажется, я чуть гоню. Лучше бы, конечно, дождаться крышку, то, что будет стоять. Но, просто детали на этих машинах, они насколько разные бывают. Ну так, в целом, смотрите. В целом красиво, все чики-пики. Это потом надо добить. Здесь понятно, все надо рихтовать. О, гуля появилась. А здесь ямка. Это потом сделаем. Диагональ крыши ровная. Можно переходить на крышу.
Можно переходить на вот это все. Здесь зажимчик придется, может еще поставить, немножко подтянуть. Как раз диагональ будет ломаться, это плохо. Ничего страшного. Вот это можно сделать, в принципе. Значит, готово. Еще не супер полностью, но примерно уже готово. Надо крышка. Пусть придет уже крышка, то что будет в понедельник.
Ну, в смысле, придет, померим понедельник и уже посмотрим. Вдруг в натуре крышки рознь. Зазор. Отличный зазор. Это все с подером делал. Ну, там острое осталось. Оно уже не сделается. Одно прорватое отверстие. Потом автоматом заварим. Он все равно ровно. Просто хочу убедиться, что, блин, больше его никуда не надо. Крыло сделал. Если что, потом доведем. Это все усадка. Не усадка, а усаживал. Ну, вроде добился, что не играет. Иногда приходится, когда вот здесь место было такое играющее. Оно, ну как, оно нажимаешь туда, дык-дык. Иногда приходится бронзовым прогревочным. Ну, короче, поставить точку горячую, но не охлаждая ее, чтобы она сама остыла, тогда иногда поверхность стабилизируется. Вот здесь достаточно было точек 5, этих горячих, чтобы она застабилизировалась, не играла. Готово, готово, готово. Готово. Титьки вам показать? Конечно, покажу. Вы ж помните, я так пулером умею титьки делать. Никто так не умеет. Только могуньки не показывайте это видео. Ну, это я для этого, для драйва форума говорю. Могуньки не показывайте. В общем, на этом мы пока заканчиваем. Ничего так получилось, кстати. Блин, иногда поражаюсь своим возможностями, способностям. Ну, как помните, я говорил на... А на чем я говорил? На Киеве вчера ты говорил, что еще 200 дверей осталось. Уже 199 осталось. Это тоже посчитаем за элемент. 199 споттерных работ. И можно на конкурс на первое место претендовать. Вот, смотрите, все класс, да? Да. Оставляем ее до понедельника. Сегодня суббота, короткий день. А время у нас уже... Ого, сколько? Уже почти, вон, видали? Больше двух. Также клиент меня попросил дверь сделать. Но я скромно отказался. Сказал не. Извини, не хочу. Я и так думал эту работу всю сделать максимум за 3 дня. Но видите, он 2 дня крышки не было. И тут сегодня опять не было. Сам пошел, взял. Уже чтобы это все дозакончить и все. Значит, в понедельник машину отдаем. Наверное, уже даже отдаем. Да на этом все. Всем удачи. Всем покеда. Всем покеда. О, никогда не делайте вот такие титьки. О, титька видно. О. Не надо. Покеда. Кстати, я сегодня одного прикола немножко не понял в своей работе. Я начал делать крыло. Блин, петельки плохо привариваются. Пулер. Ну, пулер я работал на минимуме. Вот на минимуме. Но тоже, знаете, как-то он не ахти приваривается. Взял старую арку с Мерседеса, нормально приваривается. Начал это крыло делать, опять плохо приваривается. Масса, да вроде масса как масса. Или это новый элемент мы меняли. Или это металл такой на новых деталях. Или не знаю, но мне вообще работа сегодня с Поттером не понравилась. Он так плохо работал. Он и вроде контактное пятно такое здоровое делает, если длительности дать на больше. Но в то же время она сразу и обрывается, вообще не держит. Или то я просто на Кио Церата на последний делал. Там такая же тонкая у нас дверь была. Сколько? 222, в принципе, нормально. Удачи!